Яркие выступления артистов, мастер-классы, аттракционы и подвижные игры. Голицыно с размахом отметила День города. Основной площадкой празднования стал Парк Героев Отечественной войны 1812 года. На площади развернулась и ярмарка мастеров, на которой Ольга представила свои плетеные изделия. Рукодельница занимается лозоплетением уже более 8 лет. Я занимаюсь лозоплетением, плету из бумажной лозы. Вообще в Голицыно славилась лозоплетением. Это одно из основных промыслов было вот в Одинцовском районе. С 18 века вот еще фабрика, знаете, вот Кобякова. Вот, там и плели и мебель садовую, и вообще для дома. Порадовали жители и выступления поэтов, писателей и других артистов. Благодаря новому проекту «Музыкальная библиотека», который реализуется в парке, выступить на сцене смогли все желающие. Они все имели сегодня возможность выступить и подарить свое творчество друг другу. Жителям это был открытый микрофон. Люди, которые мечтали выступить хотя бы на небольшой сцене, мы им создали все условия. Весь день на площади парка работало много тематических локаций. Динамическая программа понравилась жителям города. На празднике каждый смог найти развлечение по душе. Мы сегодня пришли уже с утра. В 11 утра мы уже с мальчиками участвовали в спортивном соревновании, получили медали, грамоты. И вот сегодня вечером пришли на концерт. Много различных точек притяжения. У нас есть аттракционы, и катание на пони, и точки питания, и угощения, и сладкие, и несладкие, на любой вкус. В этом году населенному пункту исполнилось 152 года. В нем живут активные и творческие люди, которые отличаются своим гостеприимством и креативом. Всех поздравить с этим праздником. Значит, нам сегодня благоволит погода, солнышко, чтобы всех всегда и в семье, и на душе было такое же солнце, как сегодня. Счастья всем, здоровья, с днем города! Более 10 тысяч человек приняли участие в народных гуляниях. Позитив и отличное настроение до самого вечера сопровождали всех гостей праздника. Екатерина Крамер, Фарид Хайретдинов, телекомпания «Одинцова».